Проблемы надо решать совместно с правительством региона и администрацией Барнаула, уверен руководитель Союза строителей. Таковые есть. Столицы края и ряду районов едва не повысили класс сейсмичности до 7-8. Пожилым домам удалось проблему решить, по социальным объектам еще нет. Сегодня нужно вернуться к изыскательским работам совместно, значит, с Академией наук, все-таки более составить техническое задание, грамотно провести эти работы и уже подтвердить, что действительно у нас там сейсмики здесь такой нету. Проблема не менее острая, а то и более нехватка земельных площадок под жилье. От Союза строителей предложения по Барнаулу есть. Там 5 или 6 таких крупных участков, ну большой участок это от улицы Просторной, там вот эти 900 гектар, которые как раз попадают в зону вот, по предприятию, плюс там за ТЭЦ-3, там за силикатчиком, за Власикой туда. То есть ряд площадок мы назвали, как бы правый берег пруда, вот эта площадка, там 30 гектар, даже 40 гектар. Вот. То есть площадки они есть, но их нужно, над ними нужно работать. Работать планируют. Об этом сказал сегодня руководитель Минстроя региона, по крайней мере, в отношении участка на Просторной. Там порядка 800 гектар, но часть из них, большая часть на сегодня попадает в 7-ю санитарную зону. Сегодня мы ведем работу с правительством Российской Федерации о том, чтобы эту зону все-таки немного сместили. Сдвиг 7-ю санитарную зону на контроль находится у Марата Шакирзяновича Куснулина. Мы надеемся, что здесь, в общем-то, мы совместно этот вопрос решим. Надеются застройщики и на то, что цена на строительство социальных объектов, школ и детских садов вырастет. В 2019-м много конкурсов не состоялось именно по этой причине. Подрядчики не желают строить в убыток себе. Кстати, в ближайшее время, по словам руководителя Союза строителей региона, планируется принять стратегию развития отрасли до 2030 года, чтобы понять, куда и как нужно развиваться и какие проблемы на пути необходимо решить. И кто в этом должен помочь. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.